Уже на протяжении 10 лет посетители Кировского центра соцобслуживания радуют окружающих своим творчеством. А различные награды с региональных, республиканских и даже международных выставок – доказательство безграничного креатива ребят. У каждого из них свое видение. Кто-то занимается вышивкой, а кто-то бисероплетением. Но только общие старания приносят им грандиозный успех. Все вот наши экспонаты, которые мы сегодня предоставили, это не есть заслуга какого-то одного человека. Да? Это тандем, это работа всего коллектива. Мы работаем, можно сказать, как конвейер. Вадим Васильев вот уже на протяжении 5 лет посещает специальное учреждение. Парень признается, занятие декоративно-прикладным искусством – это не основное хобби. Больше всего Вадим любит музыку, рэп и хип-хоп. Кстати, в Бобруйск парень приехал вместе со своей командой уже не впервые. Мы везде бываем с нашими выставками, с работами нашими, мы везде бываем. То есть там, где мероприятия, там всегда и мы. То есть наш Кирос на первом месте всегда. Можно сказать, наша команда самая такая, более такая сильная команда. В экспозиции представлены авторские и коллективные работы в самых разных жанрах и направлениях. Вышитые картины, декоративно-прикладные изделия, куклы, украшения, обереги, подделки из дерева. Основные материалы, которые используют ребята в своих работах, это лен, хлопок и новомодная искусственная замша. Посмотреть на хендмейд «Людей без границ» все желающие могут до конца ноября. Кстати, понравившуюся подделку также можно и приобрести. Время работы центра с 8 утра до 9 вечера. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.